Oh.
Что это? Успокойтесь, леди. Я не зомби. Меня зовут Карлос. Капрал отдела по борьбе с биологической опасностью корпорации Umbrella. А как тебя зовут? Джилл, ты только что сказал, что принадлежишь к войскам корпорации? Да, мы прилетели сюда, чтобы спасти гражданских. Но все пошло не так в тот момент, как мы приземлились. Подожди, я должна кое о чем спросить. Я знаю, ты хочешь встречаться. Всем тёлкам нравится мой акцент, они от него тащатся. Что? Ну-ну, мечтай дальше. Скажи мне, почему корпорация вызвала твою команду? Мы должны спасти гражданских. Не надо мне лгать. Весь этот бардак из-за корпорации. Послушай, мы всего лишь наемники, мы работаем за деньги. Ты думаешь, хозяин объясняет своей собаке, почему она должна принести палочку? Если тебе нужны ответы, поговори с кем-нибудь еще. Я не из корпорации. Мы поговорим об этом позже. Веришь ты или нет, но мы здесь только для того, чтобы спасти людей. Если ты мне веришь, то помоги нам. Подумай об этом.
Thank you.